пресс-центре Дома правительства Московской области главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева рассказала журналистам об итогах работы Госадминтехнадзора за 2016 год. В Московской области инспекторами ведомства проведено более 107 тысяч проверок объектов внешнего благоустройства, выявлено свыше 50 тысяч нарушений. Около 46 тысяч объектов внешнего благоустройства приведены в порядок, рассказала руководитель надзорного ведомства. Многие из них были выявлены благодаря рейдам, которые постоянно проводят представители Госадминтехнадзора. Я хочу сказать, что всего за 2016 год нами было проведено более 50 таких спецопераций. Некоторые носили сезонный характер, некоторые разовые, некоторые проводятся длительное время. Поделились с нами результатами работы и представители территориального отдела номер 25, под контролем которого находится Ленинский район. Всего в прошлом году было проверено 1119 объектов, среди которых на тысячи были выявлены нарушения. 800 из них устранены в кратчайшие сроки. Наши корреспонденты не раз отправлялись в совместные рейды с представителями Госадминтехнадзора. Каждая из этих операций показала высокую эффективность. Например, операция засады проводится в период начинается в период открытия дачного сезона. Основная цель этой операции направлена на выявление фактов сброса мусора из проезжающих транспортов. В этом году только было вынесено порядка 150 постановлений. Не последнюю роль в работе Госадминтехнадзора играет активность неравнодушных граждан. В 2016 году в территориальный отдел поступило более 1400 обращений. По каждому из них была проведена тщательная проверка. Одно из важных достижений отдела – ликвидация 8 свалок общей площадью 2358 квадратных метров. Вынесено более 350 предписаний за парковку на газонах. И только за один зимний месяц было вынесено более 200 предписаний за ненадлежащую уборку от снега и наледи. Много обращений по содержанию детских игровых площадок. Нами в этом году было составлено более 150 постановлений по содержанию именно детских игровых площадок. Вот, в настоящее время все выявленные правонарушения устранены. Отдельно представитель Госадминтехнадзора отметил, что обращение жителей в 2016 году увеличилось на 20% по сравнению с прошлым периодом. А это значит, что неравнодушных граждан становится больше, и выявлять факты нарушений становится значительно легче.